Мы берем интервью первого династического тренера первой династической академии в России. Итак, Михаил, что такое династический тренер? Династический тренер – это тренер, на глазах которого обучались поколения. Поколения обучались родители, потом родители привозили своих детей, потом дети рожали своих детей и привозили их на обучение. Это поколение счастливых семей, поколение счастливых людей, где знания о счастье, о взаимном доверии, о взаимном видении, о взаимном исследовании передавалось из поколения в поколение. А не кажется ли вам, Михаил, что сетевой маркетинг – это прежде всего династия? Это прежде всего... Я вообще считаю, что любое успешное дело – это прежде всего династия, потому что самые успешные команды – это семейные команды. Либо команды, которые построены по отношению к семье. Да, совершенно верно. Да, Михаил, вы развиваете династию, вы развиваете династические традиции. Да. Хочу вам сказать, что я первый династический тренер первой династической тренинговой компании, потому что Академия лидерства первая начала учить семьи. Детей. Это наша самая большая ценность. Да. У нас люди приезжают к нам с семьями. Вот так. Да. Семьями. Расскажите о своих семейных результатах, пожалуйста. Что изменилось в семье? Кто? Вы просто так все молодо выглядите, я не могу понять, кто чья мама. И кто чей папа. А я думал, вы младшая. Я думал, вы его девушка. Нет, не его мама. Поменялась мама? Да, вот приехали. Сколько, 20 лет никуда уже, да, не выезжал. Да, это вообще... Но мама изменилась после академии? Стало с ней по-другому? Более ярко, более... Более ярко? Позитивная стала, да. Так. Трудности легче стало ей преодолевать. Отношение к трудностям поменялось. Самое главное. Я просто стесняюсь. Тут еще с вами девушка? Ты стесняешься? Я стесняюсь. Даже я не знаю, как... Это моя девушка, Лира. А, вот, все, эти сейчас там. А это моя мама, Маргарита. А вы еще не обучались, да? Обучались, я в курсе были, да. Вы тоже, да? Да. Изменились? У вас изменились отношения после академии? Смущенно смеются. Мне кажется, да, очень изменились, да. Во-первых, у меня отношение к жизни изменилось, совсем по-другому. Нет, у них, вот вы их наблюдаете, у них изменилось? У них более теплые стали отношения. Более теплые стали отношения? Ближе? Да. Почему приехали еще раз? Сидели бы дома? Нет, дома скучно же. Здесь атмосфера. А тут как? Атмосферно. Мы любим менять локацию. Вы здесь. Любите менять локацию. Да, но вы могли бы поехать, блин, вообще куда угодно на эти деньги. Менять локацию с пользой. Менять локацию с пользой. Вот крутая фраза. А еще и при этом получать династическая академия. Меняйте локацию с пользой.